А он там чвякает, слышите? Ого. Кого-то замочил, прикольно, мне нравится. Эй, ты меня сейчас ударишь. Отвали, псих. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Обновили режим Scary Elevator, я решил сразу его записать, добавили очень много классных этажей. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы посмотрим обновление на Scary Elevator. Погнали! Бери омега псих по скорости. Там такие крики идут, давайте зайдем, чтобы хотя бы затащить. О, так мне... Я единственный, кто выжил, видели? Блин, ну это я халявщик, конечно, не спорю. Так, ну что, я теперь понимаю, что... Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, что я могу. Ну, все-таки можно. Видели, да? Зацепиться возможно. Ой-ой-ой-ой, так, давайте сразу монетки пособираем. Так-так-так. Это бесконечная лестница. Насколько я помню, здесь будет этот злой мутант. Он уже сзади меня. Он сзади меня, я его вижу. Бежим, 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 быстрее, 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 быстрее. Быстрее бегите, глупцы, он сзади нас. Вы видите? Вовремя, вы его видите? Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся снять что-то очень крутое, и теперь на канале уже начали выходить опять стримчанские. Так, буду идти за кем-то, чтобы остаться живым. Блин, это все очень стрёмно. Он еще так орет, мне кажется, что он прям сзади меня. Вроде бы все хорошо. Так, затащили, ребята, ну это очень хорошо. Озвучка, как всегда, на высоте, все везде очень круто. Так, прямо алфавит. A, B, C, D, E, F, G, W, N. Ладно, знаю, алфавит со школы. Немножечко. Так, а сюда можно залезть? Вот помните, тут тоже была вот такая вот фишка, что... Во-во-во-во, как-то можно. Так. Блин, я хочу все-таки так зацепиться. А, нет, чувак, не получится. Видели, как я спасся? А, блин, ну нифига не видно, очень интересно. Мои монеты. Все мое. Вон он, я его вижу. Я его вижу, я вижу, у него очень светится рука так. Прикольно. Так, ребята, напишите, кто сейчас смотрит ролик, в комментариях еще какие-то классные режимы, которые можно позаписывать. Такие интересные, даже можно с каким-то там прохождением, может. Какой-то тукончик. Так, ну что, конец или не конец? Вроде бы конец. Нет, не конец. Что-то он, кстати, очень странно залип. И таким образом мы выиграем. Красота. Все по таймингу, идеально. Так, King on Fire, вижу, зашел. Подписчики позаходили, да? Это хорошо. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord. Ссылочка в описании, любой может зайти и записать классные ролики и пообщаться. Так, моя монета. О, так это ж чумной доктор. Чувак, это так не работает. Мои монеты все. Я сегодня псих монетный. Так, 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 бежим быстрей. Портал. О, я сбежал! Я сбежал! Отлично, ребята, мне это нравится. Сейчас бы попасть на вот это вот растение. Это как раз вот новый этаж, о том, о чем я говорил, обновление. Да вообще обновляет постоянно. Так, один... Видите, как этот? Я не могу нажимать. 1, 3, 3, 7. Интер. Понял. Уже не нажимается. Так, я здесь. Где этот челепиздрик? А вот отчет времени, когда закончится этаж. Ну-ка. Блин, не так легко запрыгивать туда, что-то не мог рахить, что ли. Так, давайте будем все вместе с вами угадывать этаж. Вот напишите в комментариях. Я думаю, что сейчас будет... Слендер. Вот просто. Вот если я угадаю, это, конечно, будет, как всегда, на высоте. Нет, какой-то эпс... Упсидаун. Пупсикдаун. Мне нравится. Так, вот и о чем я говорил. Это новый этаж. Я ни разу на нем не играл, и его раньше реально не было. Кстати, вы заметили, что побег сделали теперь через портал? Не какой-то туннель, да, который раньше был девочкой? Не успела, я сегодня вообще псих. Так, а вот это растение и ходит, о чем мы и говорили. Вот этот новый этаж. Вот этот новый этаж, да, все сходится. Прикольно сделали.
Но он меня не догонит. Я же читер башмаковый. Давайте вообще сбежим, чтобы у меня было на всякий случай все по красоте. Так, все, мы сбежали. Интересно, у меня была красная штучка. Это не, я не могу открыть, не? А, она бы в руках появилась бы у меня. Так, давайте, я думаю, что все-таки сейчас будет... Шрек... Блин, на дурака, вдруг угадаю. The Forest. Я думаю, что Слендер сейчас будет, и надо было мне говорить... угадываю с опозданием этажей. Блин, ну согласитесь, графон улучшили. Ну не было же такого прям крутого графона, как сейчас. Все лучше и лучше делают, улучшают. Скоро Roblox будет выглядеть как этот. Frostbite какой-то. Давайте сбежим на всякий случай. Все, у меня так спокойнее. Теперь можно опять идти. Посмотри, как пацаны там сливаются все. Что за крики? Как будто как Mortal Kombat какой-то. Нормально, тащим. Ой, девочка, испугался тебя. Так. Ну все, мы сбежали. Кстати, портал теперь издалека видно. А кто же гоняется за нами? Никого не наблюдаю. Очень интересно. Опа. Вижу, вижу, вижу. А, вот, чилипиздрик за мной гонится. Еще бы чуть-чуть, бы я проиграл бы. Так. Музыка такая классная. Я думаю, что сейчас Бенди будет. Лучше, знаете, что-нибудь говорить, чем ничего не угадать. Daylight. О, так это сейчас будет что у нас? Пятница 13-е. Джейсон. Сами не Джейсон, да? Ты дурак, что ли? У меня ударить решил? У меня же башмаки скорости. Не угадал, не угадал, чувак. Чё я не могу выбежать? Что за бред? Чё я выбежать не могу? А, выбежать. Это очень странно, но работает. О, кстати, я могу сбежать. Фух, блин, это реально стрёмный этаж какой-то. Где этот придурок? Тю, блин, испугался. А он там чвякает, слышите? Ого. Кого-то замочил, прикольно, мне нравится. Эй, ты меня сейчас ударишь. Отвали, псих. Это я с башмаками бегу, ребята. Представляете? Бежал с башмаками, еле затащил. То есть иногда эти боссы настолько быстры, что даже читерские какие-то вещи, хотя это не читерские, я считаю, быстрые башмаки. Ну, короче, вы поняли. Я играю честно. Но при этом даже в таком случае сложно. Эти башмаки добыл с честным способом. 180 выживания делаете, и у вас эти башмаки есть. Так, ну что, выпускайте нас до Спанч Боба. Мне нравится эта карта, очень круто сделана. Полетели. 3, 2. Ого, сразу, смотрите, лещами накинулся. Я же наполовину свой. Я вообще люблю мультик Спанч Боб, бей других. Ого, там такие звуки. Смерти за смертью. Так, 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 кто-то за мной с мечом бегает. О, он Спанч Боб бешеный. Так, я знаю, что можно вот сюда вот так вот запрыгнуть и стоять. Если он придет, я его увижу. Я просто все монетки собрал, больше ничего на карте нету. А музыка такая реально, как в фильмах ужасов. А препердейшн, презентейшн. А в главных ролях? Главный... Фух, блин, это наш. Я думал, это Спанч Боб Псих идет. У него такой скин какой-то стрёмный. А, так это же King and Fire, наверное, да? Никнеймы над головами. Раньше никнеймы над головами светились, теперь нет. Или зависимо от режима. У девочки вообще книжка на голове одета. Так. Давайте FNAF. FNAF. А, блин, Бен Экс. Бен Экс новая, кстати. Я умер? Что? Это когда же... Что? Как? Дурак, что ли? Отвони и монетки собирать. Моя монетка. Моя. Никому не дам монетки. Это моя тоже монетка. Успею. Отлично. Или Слендер. А, вот все. Факелити. Американекс. О, там уже туманец. Ого, крики. Это SCP сейчас, наверное, какой-то будет здесь. Карта похожа на SCP-шку. О, прикольно. Кстати, он сзади бежит, я вижу его. А, нет. А, да-да-да, кстати, это один из самых быстрых, который реально может меня даже убить. Моими башмаками скоростными. Беги. Так, стоим здесь, на самом деле будем чекать.
Так, я вижу, бежит. Так, черепизрик, давай ты меня не будешь трогать. Смотрите, даже на... Башмаки меня не спасли. Блин, я его, честно, испугался. Стремноватый черепизрик такой. Так, давай, прекращай наших бить. Ой-ой-ой, никто даже не шевелится. Все боятся шевелиться, потому что какой-то неадекватный попался. Вот такая музычка веселая. На-на-на-най, на-на-най. Так, давайте ФНАФ, Бенди, Шрек, коридор, гениально. Я вообще эти этажи не знаю, это что-то новое. Отлично, люблю звук монеток. Ого. Какой-то стрёмный звук такой, это какой-то челик, да, на меня жестко гонится. Ого, тут прям, знаете, такая атмосферная жуткая вонище какой-то стоит. Атмосферное вонище. Где бы вы еще такого слышали? Так. Он сюда идет? Да. Ой, погнался за нашим. А! Ё-моё, я так стою себе, смотрю. А он неадекватный вообще полностью. Давайте возьмем эту штучку. Я не знаю, зачем она. Да, убил, я вижу. King of Fire замочил он. Так, я думаю, что все-таки давайте, может, ну, Слендера, ну, что-то такое. Или, о, может, будет Хаги-Ваги, не? Из цепи. Стремный из цепи. Так, осторожно. Побежал мочить, я вижу. Так, одного чикнул сразу. Так, он не за мной, это хорошо. Лучше выйти. Я лучше буду от него по кругу убегать. А он за мной не бежит, это хорошо. Так. Стоим вот так вот. Но всегда искусственный интеллект в этом режиме не отличался каким-то там сверхразумом или взломом пентагонов. Так, стоит, просто улыбается. Так, я должен угадать хоть один этаж. Ничего не могу угадать этаж. Давайте сама от фонаря скажем. Я думаю, что будет, не знаю. Процессион. Написали, потом сказал. Гениально. Ни одного этажа не угадал. Помните, был ролик, где я много раз угадывал? О, Аннабель. Ребята, нам жопа всем. При том всем. Она сейчас тут всех порежет. На куски. Ой, она застряла. Это хорошо. Она, чтобы не выбегала оттуда, главное, челик теперь. Да, ну я вот вижу, что освещение поменяли. Раньше не такое было освещение. Она зависла. Это круто. Если она сейчас резко сюда придет, нам всем не задонорвать. Она всех загасит. Нет, не выходите. Фух. Я думал, будет нам жопа, если честно. Все, вот сейчас должен я угадать. Шрек, вот сейчас будет Шрек по любасу. Вот если не будет Шрек, то все. А, блин, ну ладно. Так, Dead by Daylight, да, будет сейчас у нас? А, я помню эту карту. Уже на ней сегодня играли. Это тот псих, который реально может догнать и убить. 3 секунды, 2 ждем. Одна есть и сбежал. Фух, слава богу, это реально было стрёмно. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.